Австрии традиций много, и та, о которой пойдет речь, считается доброй и приятной. Соблюдают ее здесь с особенным трепетом, ведь речь идет о тех людях, в семьях которых появилось пополнение. Вместе с подарками и поздравлениями все друзья или знакомые приносят аистов, которых мастерят заранее и устанавливают перед домом счастливых родителей новорожденного, чтобы все знали, что в дом пришел праздник. Согласно древнейшим языческим верованиям, белые аисты приносили души детей, а не детей целиком, как принято считать, поскольку аисты считались посредниками между небом и землей и напоминали летящих ангелов. Считалось также, что эти птицы защищают людей от нечистой силы. В Германии и Австрии в древности аиста называли доставщиком даров или дарителем жизни. Прилетающие весной птицы считали здешним людям вестниками богини Хольды, олицетворявшей весеннее возрождение природы. На Благовещение к прилету птиц пекли специальные хлебцы с изображением ноги аиста. Дети, когда видели аистов, подбрасывали эти хлебцы вверх и просили у них хорошего урожая. Одним словом, получить аиста в подарок в Австрии – хороший знак. А вы знали?